Книга Открытым оком. Тема богослужения, седьмой том. Вопрос 1985. Есть ли какие-то правила, установки, согласно которых должны называть в честь именно такого-то храм? Отвечает Игнатий Тихоньчилакин. Вот здесь полное раздолье. Чем и успевают увековечиться бизнесмены. Когда они стоят храм, то обязательно в честь того святого, имя которого они достопочтенные носят. Случалось обнаруживать на иконах вполне реальных сегодняшних людей. Этим себя труженики приобщали к той святости, куда они так вожделели попасть, но без отдачи сердца Христу. Хотя бы имена этих хромоздателей были на доске мемориальной выдавлены. И тогда они уже спокойны за свое будущее за гробом. Псалом 48.12 в мыслях у них, что дома их вечны и что жилище их в род и род, и земли свои не называют своими именами. Мне приходилось много раз указывать на это: почему нет храмов в честь Феодота, Иерона, Климента Анкирского, Анфима Гникомедийского. А эти люди, образец, в полном смысле они жили по Евангелию, мученики за Христа. Примеры из жития святых. Даниил столпник 1 декабря. В благодарность за столь великую к ним милость, не его отца, они соорудили из серебра его изображение, на коем они были представлены лежащими у ног преподобного, и были подписаны имена их. Иконы сию они поставили в церкви святого Михаила, архистратига небесных сил. Еразм Перчерский, 24 февраля. Таковым благоукрасителем храма Божих был преподобный отец наш Еразм, Инок Печерский, за сие он сподобился получить венец Царствия Небесного. По молитвам святого Еразма да поможет Господь и всем, украшающим святые церкви, получить вечное блаженство в будущей жизни со Христом Иисусом Господом нашим. Александр Свирский, 30 августа. Однажды он обходил окрестные местности, ища такой, где бы он мог устроить себе жилище, и увидел красивое место, освященный неким божественным светом, на котором и до ныне стоит монастырь. Когда он находился здесь, и случилось ему однажды выйти из своей кельи к озеру, чтобы почерпнуть воды, то послышался с неба голос, который назвал его по имени и сказал ему, «Так как ты был исполнителем моих заповедей, то за это я соберу к тебе бесчисленное множество людей, ты же не отвергай их, но прими с простертыми руками и будь им наставником ко спасению».